Hi guys, welcome back to Junris Vlog at the Reactor. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? Hope you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is Putin has set his own rules in the European gas market. Oh my God, wow. This is incredibly amazing. From the title itself, it's such beautiful that you really want to watch directly. And credit to the owner also with the video, of course. RGD News, news, facts, and events. Oh, this is true news. And so incredible to listen like this one, especially when Putin set forth to the going up of the GDP. And that's really amazing. I really want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles. I'm so excited with this one. I really want to hear also with you guys at the comment section what are your thoughts with regards to this video. Let's get to it. Enjoy, guys. Wow. Thank you so much for this video. Всем привет! Вы на канале РГД News. Москва заинтересована в стабилизации мирового энергетического рынка и готова пойти навстречу Европе, но будет руководствоваться своими интересами. Об этом в ходе рабочего совещания заявил президент России Владимир Путин. Из его выступления становится понятно, что загружать украинский маршрут «Газпром» не собирается. Дополнительные объемы газа европейцы смогут получить по «Северному потоку-2». А в долгосрочной перспективе европейцам предстоит задуматься о пересмотре своих отношений с российской монополией, если они не хотят новых энергетических кризисов. Путин мог абстрагироваться от ситуации на газовом рынке Европы, но решил пойти навстречу европейцам и высказаться. Именно так стоит воспринимать его речь на совещании по вопросам развития энергетики. Заоблачные цены на газ уже пугают даже российское руководство. Хотя в краткосрочной перспективе они позволяют неплохо заработать тому же «Газпрому», самим Евросоюзом, вынужденному привязать контракты к спотовому рынку. Произошло это в прошлом году, в разгар пандемии коронавируса. Тогда спрос на энергоресурсы сильно упал из-за карантинных ограничений. На бирже газ шел дешевле, чем по долгосрочным договорам. Вспомним возмущение Александра Лукашенко. В годовщину победы белорусы покупали российский газ по 127 долларов за 1000 кубов, а немцы по 70 долларов. В Европе тогда подумали, что они схватили бога за бороду. Дисбаланс между предложением и спросом в пользу последнего оказался долгосрочным трендом. Именно этого долгие годы добивался Брюссель. Как замечает энергоэксперт Игорь Юшков, европейцы строили у себя рынок потребителя. Рынок, за который должны конкурировать различные поставщики энергоресурсов. «Газпром», трейдеры сжиженного природного газа, производители зеленого электричества и так далее. Но потом Европа, подобно героине пушкинской сказки о рыбаке и рыбке, оказалась у разбитого корыта. Поставщики СПГ отправились в Азиатско-Тихоокеанский регион и Южную Америку, где цены на их продукцию еще выше. Ветроэнергетика просела из-за погодных условий. Внутренняя добыча газа в европейских странах продолжает снижаться. Добавим к этому еще ряд факторов. Восстановление мировой экономики, экстремально холодную зиму 2020-2021 годов и аномально жаркое лето, которое привело к большому расходу электроэнергии на кондиционирование. Сегодня «Газпром» пользуется плодами непродуманной энергетической политики Евросоюза. Однако чересчур высокие цены на голубое топливо ему не нужны. Во-первых, они бьют по промышленным предприятиям, которые российская монополия снабжает топливом. Во-вторых, Европа получает стимул для дальнейшего поиска альтернативных источников электроэнергии. Газ перестает быть конкурентным товаром. По таким ценам его покупать интереса больше нет. Это отражается в том числе на наших поставках. Мы сталкиваемся с ситуацией деградации спроса. Отовсюду приходит информация, что закрываются заводы в Европе. Например, завод по производству удобрений. Разорились поставщики природного газа для конечных потребителей, утверждает начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром-экспорта» Сергей Комлев. Те же аргументы на совещании с Путиным озвучил министр энергетики России Александр Новак. Конечно, сейчас зарабатывают компании, которые являются поставщиками газа. Но фундаментально многие производства в таких условиях, особенно газохимические предприятия, могут закрываться. Что уже происходит? Мы это видим в той же Великобритании, в европейских и других странах. Происходит более интенсивный переход на возобновляемые источники энергии при таких ценах. И, конечно, возникает желание инвестировать в более неэффективные добычные проекты. Поэтому, конечно, рынок надо быстрее стабилизировать. Декларируя готовность помочь европейцам в решении газового кризиса, Путин отнюдь не кривит душой. Потому что схема убытки потребителей равно прибыль поставщиков уже не работает. Неадекватные цены на энергоресурсы вредят всем участникам рынка.
Интерес России заключается не в том, чтобы навариться на проблемах Европы здесь и сейчас. Ей нужны гарантии долгосрочного, стабильного и прогнозируемого сотрудничества. Но есть и другая сторона медали. По словам Путина, сбивать ажиотажный спрос на газ Россия готова только не в ущерб себе. В этом контексте президент Российской Федерации упомянул о внутренних потребностях страны для прохождения осенне-зимнего периода. По всей видимости, в закромах у «Газпрома» элементарно нет лишних 20-30 миллиардов кубометров топлива, которые он готов оперативно отправить на экспорт. Более скромные дополнительные объемы Европа может получить в том случае, если заработает «Северный поток-2». На вопрос о том, почему Россия не загружает украинскую газотранспортную систему, Путин дал вполне исчерпывающий ответ. В действительности транзит увеличивается. За 9 месяцев этого года «Газпром» перевыполнил свои контрактные обязательства перед Украиной более чем на 8%. Дальнейший рост в Кремле считают нецелесообразным. Можно было бы действительно увеличить поставки и по ГТС Украины. Только для «Газпрома» это окажется в убыток. Как я уже сказал, по новым трубопроводным системам «Газпром» экономит примерно 3 миллиарда долларов в год. Я имею в виду, что применяются современное оборудование прокачки и новые трубы. Можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетия. И там в любой момент может что-то лопнуть, что-то произойти. И тогда наступят вообще неблагоприятные последствия для всех, и для транзитной стороны, и для потребителей, отметил Путин. Сроки начала эксплуатации Северного потока-2 зависят только от Европы. Она должна сертифицировать Nord Stream 2 AG в качестве оператора трубопровода. Сама процедура сертификации поможет стабилизировать цены на бирже. Впрочем, речь идет только о первой помощи европейскому энергорынку. Чтобы обезопасить себя от повторения подобных кризисов, ЕС должен пересмотреть характер своих отношений с «Газпромом», выровнять крен в сторону биржи, вернуться к практике заключения долгосрочных контрактов, которая призвана защитить от потрясений и поставщиков, и потребителей. Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к биржевой торговле газом. Оказалось, и это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности, заявил Путин. Западные журналисты, политики и энергоэксперты не спешат опровергать слова президента России, но и прислушиваться к нему наверняка не станут. Скорее наоборот, по итогам кризиса ЕС снова сделает вывод о необходимости снижать энергетическую зависимость от «Газпрома», диверсифицировать источники поставок газа, развивать альтернативную энергетику и так далее. В общем, продолжит делать то, что и привело к рекордному удорожанию голубого топлива. Ну а страны Европы неспроста в негативном свете оценили заявление президента Российской Федерации Владимира Путина об энергетическом кризисе. К такому выводу пришел известный российский политолог Сергей Михеев. В прямом эфире радио Вести ФМ Михеев подробно рассказал, как слова российского лидера повлияли на ситуацию с мировыми ценами на природный газ, а также объяснил, почему в ЕС остались недовольны данным эффектом. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» рассмотрит возможность увеличения поставок природного газа в Европу. После этого цены на сырье снизились до 1000 долларов за 1000 кубометров. Сергей Михеев, комментируя данный эффект, заметил, что Владимир Путин является одним из самых влиятельных политиков в мире, а поэтому способен, одним словом, заявлением влиять на стоимость энергетических ресурсов. Михеев также рассказал о реакции Европы на обвалившие цены на газ заявления Путина. Он заметил, что в ЕС в штыки восприняли слова российского лидера о возможном увеличении поставок природного газа. Так Брюссель фактически пытается продемонстрировать, что Москва по факту обязана выполнять все требования Европы. Это автоматическая ненависть в отношении России и ее руководства. Что бы мы ни делали, все будет плохо. Чего же они хотят от нас? Подчинение, ползания на брюхе. Тогда мы, может быть, заслужим снисходительную улыбку и похлопывание по плечу. А пока мы сильны, что бы мы ни делали, чтобы им стало лучше, там просто некому это оценить, резюмировал Михеев. Wow, RGD News, thank you so much for this wonderful facts of like, I think everybody in the world, every nation is like, have this issue about the gas price hike of getting high, and I really admired with Putin of the way how he just like solving or getting some issue and like laying down the issue of how they can get into going back in a normal ways because of the pandemic, because of the issues that are rising in the world. Oil and gas is very helpful to the country. Such an incredible president is always like going into like solving issues directly and like having some plans in a long-term ways, and he is
brilliant in doing this. He is the president that always giving like a positive feedback, a positive way of solving issues. And this is what you really want a president is, because he's doing like sitting something, he's always on the action of solving issues like this. Gus, oh my God, that's amazing. And I always have my love and respect to Vladimir Putin, taking into action. Wonderful. Such a brilliant and genius way of doing, helping your country economy, not just with your economy, but solving the issues that are arising in your country. That's incredible job, impeccable. Thank you so much, Mr. Vladimir Putin, for your amazing work as always, that people love the way how you work with your country. Thank you so much. I hope that you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share, subscribe also with my channel. This is Junris Plagadag React, saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Prevet, and spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.